искусственный интеллект. Вам не надо будет думать. Я расскажу, как вам надо действовать. Многие деятельности могут просто быть, в принципе, перестать быть нужными. Ну вот я все время шучу про парикмахера, что последняя профессия, которая уйдет, это, значит, парикмахер, потому что с нашими волосами сложно работать. Но, во-первых, можно сделать, чтобы стало модной отсутствие волос. Ну, вы представляете, он входит к вам в чат и говорит: кстати, голова греется, ей нужен холод. Все, кто парикмахеры тебе говорили, они просто наживаются на тебе. И на самом деле нет ничего красивее. Посмотри Нефертити, посмотри Сократа, все лысые, все бреемся, и все, нету парикмахеров больше. То есть в целом можно будет убирать целые отрасли просто потому, что в них нет нужды. Так, по большому счету. Ну, зачем отрасль журналистов? Зачем отрасль киноискусства этого, если эти все штуки будут делать это все лучше? И просто выпадение отраслей, оно будет... И дальше мы будем просто скатываться к количеству, как бы, к уменьшению того, что в принципе необходимо. Вот и не надо всех заменять. Просто их можно уже устранить как ненужные.